Новогодние и рождественские праздники – это время, которое с теплотой ждут все дети. Но особенно мальчики и девочки, чья судьба сложилась непросто. Совсем маленькие и более взрослые, каждый из них хочет верить, что чудо обязательно произойдет. Обязательно в очередной Новый год. И обязательно с ними. Речь о юных жильцах квартала Новоснецова. К ним с подарками и поздравлениями пришли представители администрации района, а также депутатского корпуса. Уже традиционно хочется поздравить детей, которые, можно сказать, находились в трудной жизненной ситуации, да, которые сейчас окутаны родительским теплом. Поздравить их с наступающим Новым годом и Рождеством. Понятное дело, что, скажем, они несутся без внимания круглый год, да, не только накануне Нового года идут поздравления. Но очень важно для того, чтобы они знали, что государство в том числе тоже о них заботится. И поэтому мы приехали сегодня и с небольшими, в том числе, и подарками для этих детей. Конечно же, верным спутником почетных гостей стали Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Большую развлекательную программу подготовили они для детей с конкурсами и викторинами. Ребята же, в свою очередь, с удовольствием отгадывали загадки, пели песни вместе, читали стихи. Дед Мороз взял кисти в руки, разукрасил мне руки. Снег искрится и сверкает, иней на ветвях не тает. Вся природа загляденье вызывает восхищение. Новый год к нам в дверь стучится. Чудо пусть у вас случится. Считаем необходимым и важным поддерживать этих деток. Им всегда необходимо внимание, необходимо тепло. И это тоже нам дает такой настоящий посыл добра, позитива, заряд. Потому что доброта и счастье – это такие взаимосвязанные сосуды. Поэтому хотелось бы, конечно, делать приятно этим ребятам. Что может быть выше и чище, чем искренняя, бескорыстная помощь от людей, которые ничего не ждут взамен? Именно такую поддержку вот уже не один год оказывают представители администрации и депутаты ребятам домов семейного типа. Да, сюрпризы и сладкие гостинцы – это важные элементы торжества. Но лучшие новогодние подарки под елкой не найти. Это родная семья, близкие люди и друзья. А еще ощущение внимания, заботы и понимание того, что если открыть сердце чуду, оно непременно произойдет.